Дорогие друзья, я Исмагилов Артур, город Казань, Россия. Хочу пригласить вас 16-18 декабря в город Милан на пресс-митинг. Почему? Потому что хорошему надо учиться у хороших. Когда много лет назад я, будучи, как мне казалось, состоявшимся хирургом, впервые побывал на данной конференции, у меня было ощущение, которое испытывает, наверное, школьник, который посетил первый раз космодром. Звездные спикеры, космические результаты, а главное тот уровень профессионального роста, которого я стремился достичь все эти годы. Прошло время, появились какие-то успехи, результаты стали радовать глаз, но тем не менее, Миланская конференция до сих пор является тем эталоном, относительно которого я ежегодно стараюсь ездить и сверять свои часы. Поэтому как бы еще раз хочу пригласить вас на данное мероприятие, потому что в декабре два приятных мероприятия – это Новый год и Миланская конференция. Поэтому, конечно, было бы здорово, если мы поедем туда офлайн, но если не получится из-за ковида, онлайн никто не отменял. Поэтому до встречи, друзья!